Совместное решение острых вопросов обслуживания многоквартирных домов депутатами, жителями и профильными службами, подход которого придерживаются в Химках уже несколько лет. Так, активисты дома номер 38 на улице Фрунзе обратились к лидеру движения общественной поддержки Олесе Климачевой с просьбой помочь в проведении общего собрания собственников жилья. Собрание прошло удачно. Жители единогласно выбрали Любовь Викторовну председателем совета дома. В повестке обсуждались такие, внесены такие вопросы, как капитальный ремонт крыши, капитальный ремонт внутренних коммуникаций и перенос сроков капитального ремонта. Все замечания были услышаны и взяты в работу. Житель всегда прав. Этот принцип озвучен губернатором Московской области Андреем Воробьевым. И его реализуют в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина.